Спросило сон, как листья, как цветную шаль. Быстро из канистры небо землей залила, сжигает старые фото, сжигает мертвые сны, словно зовет кого-то из дальней чудесной страны. Пускай он увидит огонь, к ней поскачет и поймет по пути, что царевну не дракона, от нее самой нужно спасти. Сквозняке вновь на край кровати садится с холодной пустой простыней. Сбежала б давно из темницы, если б не ждала его. Сгорают бессмертен лишь камень и крепость духа жива. Окружает черными стенами своя голова. В камин брошены письма, она полила их из канистры. В комнате тихие шаги осени, одни летят так быстро, одни сгорают так быстро. «Осенний пейзаж», вот. Гитара выключается? Да, кстати, правильное решение называть название песен. Что-то мы сегодня, да, расслабились. Анна Псурса. У Анны 22-го квартирник будет. Всю информацию можно найти в интернете, ВКонтакте. И у Анны на одной странице.